К новостям культуры. В Чебоксарах открылся 17-й международный балетный фестиваль. Праздник высокого искусства дарит чебоксарцам возможность познакомиться с творчеством исполнителей всего мира. Насыщенные дни фестиваля начались с премьеры балета «Труффальдино. Слуга двух господ», к которому старательно готовились в театре в последнее время. Подробности об открытии балетного форума смотрите в репортаже. Премьерой необычного балета открылся очередной фестиваль. «Труффальдино. Слуга двух господ» – яркий спектакль Данила Салимбаева пополнил репертуар комических балетов. Напряженный репетиционный период закончен. Впереди самый главный экзамен – исполнение перед зрителем. Для комического балета очень важны именно контрасты, то есть и легкость, и гротеск, и серьезность, и, может быть, комизм. Но нам хотелось сделать все это в пределах хорошего вкуса, то есть воспоминания о таком хорошем серебряном веке, что, на мой взгляд, удалось передать в декорациях, в костюмах и в самом прочтении данного балета. Спектакль радовал мастерством исполнителей. «Труффальдино» – любимец публики. Харизматичный Айдар Хизамутдинов превосходно воплотил гротескный образ услужливого пройдохи. «Смиральдино» и «Кларичи» Анна Серегина и Ольга Прыткова женственно и воодушевленно исполнили свои партии. «Флоринда» и «Беатричи» Андрей Субодин и Марианна Чемальна создали выразительный дуэт. Открытием во многом стал исполнитель партии «Сильвио» Дмитрий Абрамов. Знакомый зрителям в основном по лирическому репертуару, в этом балете артист умел создать комический, наполненный энергией образ. Легче, чем с лирической. Гораздо. Ну, здесь у меня нет ни техники, танец гораздо легче. Можно показать актерское мастерство. На премьере побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев, по достоинству оценивший мастерство солистов театра. 18 числа ждем вас на замечательный спектакль «Дон Кихот» с приглашенными звездами Мариинского театра. 19 числа нас поразят виртуозы мирового балета, сплошь и рядом иностранцы, приехавшие специально на наш фестиваль. И 20-го традиционно будет гала, где будут представлены солисты лучших театров России и в том числе лучшие солисты Чувашского театра оперы и балета. Впереди зрители ждут еще несколько дней спектаклей и концертов с участием солистов из ведущих столичных театров и зарубежья. Галина Титарчук, Сергей Фишер, Андрей Спиридонов, «Республика».